Вадим, подсудимый, он задавал конкретные вопросы свидетелю, которые его интересовали. Но почему-то свидетель уходил от ответов, там, ссылаясь на то, что он не знает, не помнит, там, допустим, не буду отвечать. Также судья поддерживал его, его сторону держал. Первое мое ходатайство было о том, чтобы все-таки рассекретили данные этого свидетеля, потому что не было никаких законных оснований скрывать его данные. Вот. Суд, конечно же, отказал. Я постоянно и часто говорю о том, что на самом деле эти секретные свидетели, как защита полагает, и тому есть все основания, являются агентами ФСБ и, скорее всего, вообще не были знакомы с Вадимом Биктимировым. Это также подтверждается показаниями этого свидетеля, которые были абсолютно противоречивыми. Мы абсолютно критически относимся к показаниям таких свидетелей. Считаем, что это агенты ФСБ, это не реальные свидетели каких-то событий. И это такой спасательный круг стороны обвинения, потому что больше предъявить, так скажем, по обвинению в терроризме стороне обвинения нечего. Сам Вадим передавал всем чох селям, да, огромный привет всем, кто поддерживает вот его. Моральное состояние у него отличное. Вот, он задавал вопросы по делу и готовится к своей защите также к 7 сентября, иншаллах. Чох саунс.